день, уважаемый Александр Григорьевич. Мы рады приветствовать вас в Большом театре Беларуси. И в знак уважения примите от нас этот букет цветов. Мы танцевать будем с вами. Да. Здравствуйте. Если мы приготовили выставку, то уже тут у нас стоит определенное в контексте развития студии. Все сложные моменты. Но театр же сохранили с тех пор, как мы его в порядок приводили. В порядке он, ничего не разрушилось. Я помню, как мы с вами ходили. Как ты этот пол какой-то просил у меня. Пол. Условия тут отличные. То есть все содержится, как в те времена мы сделали. А сцену эту вот покупали мы, самую современную тогда. Все работает. Сделали первый этап ее совершенствования, там и программное обеспечение. Немцы, которые нам поставляли эту сцену, они сейчас работают с 8 по 20 августа. Они приезжают, у нас договор, они будут обслуживать. И мы меняем программное обеспечение. И на следующий год запланировано финансирование. По крайней мере, планируем заменить вот эти вот основные блоки, которые там стоят, чтобы соответствовать лучшему уровню лучших мировых театров. По свидетельствам тех людей, которые сюда приезжают, театр в Минске считается одним из лучших мировых театров и по качеству сцены, и по качеству звука, и по качеству площадки самой. Поэтому, ну, интерьеры вообще даже выше всяких похвал. Те люди, которые сюда приходят, они всегда выходят под большим впечатлением. Ну и сам же зал, мы тогда, это беда была, крышу как-то подвешивали, что-то делали, чтобы ее не разрушилось. Сохранить лепнину надо было эту. В общем, намучились мы в театре в этом. Сделали, ну и главное, чтобы держалось. 10 лет прошло, идеально состояние.